Проведение процедур общественных обсуждений – обязательное условие внедрения любого строительного решения в границах областного центра. Да, оно выполняется согласно генеральному плану, однако нюансы и тонкости прорабатываются совместно и закрепляются документально отдельно. Так произошло и в случае с проектом разработки застройки на пересечении улиц Сикорского и Вишневой. Неприглядный вид полуразрушенных домов давно не радует глаз местных жителей. Новое концептуальное решение должно освежить внешний вид улиц и привнести в их быт новые нотки. Данная территория подразумевалась под строительство многоэтажных жилых домов со сносом существующей усадебной застройки. Это всего лишь первенец, так скажем, вот этого участка. То есть дальше предполагается, что данная застройка будет вестись и за улицей Вишневой, вдоль улицы Сикорского. Это видение автора, видение заказчика. Ну и заодно мы посмотрим, как наше население отреагирует на такую архитектуру, довольно-таки интересную. Автор, он и на то и автор. Он должен уметь доказать людям свое видение. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями социально-бытового назначения, а также выполнение работ по благоустройству. Так коротко звучит гипотеза будущей застройки. Если посмотреть глубже, то в свою идею авторы постарались внести некоторые нотки модернизма. Своеобразное деление фасада и использование большого количества витражей и окон позволяет сделать здание визуально менее массивным и тяжелым. А форма проекта удивит старожилов Киевки особенно. Об этом не раз говорили сами архитекторы. Расположение дома широкое. Это было с целью соблюдения норм по изоляции как для жителей самого дома, так и для жителей близлежащих частных домов. Также на линии участка располагается детская площадка. Ее расположение также обусловлено требованиями по изоляции. На открытую презентацию пришло лишь несколько жителей Киевки, но они отмечают, что люди микрорайона заинтересованы в улучшении условий жизни. Благоустройство на участке Сикорского-Вишневой требовалось давно. Однако в каком же формате здесь будет реализовано строительство, пока не до конца ясно. С 19 июля идут общественные обсуждения по проекту. Свои замечания и предложения любой житель областного центра может направить на сайт горосполкома. Они будут учтены при окончательном планировании будущей застройки.